Вот, друг наш чудесный. Пойдемте в другой канал, ребята. Сколько я сейчас жрать пойду? Клауды. Ты надолго жрать пойдешь? 15-20. Какой канал? Пойдем в Чилаут. Туда обратно. А что ты Жеку сегодня не взял? Он может сходить. Кого, скибиди? Ну. Нам ДДшер надо мажорить того. Мажорить того. Ладно, пошел быстро туда обратно. Давай, а мы пока до босса чистим. Погоди, по холодам, похиль пока в одиноко, сейчас я оденусь, это холод. Давай, давай, да. Он бета-тестер пришел. Тестера возьмем. Пусти Петю, если он выходит. Да, как? Ну, у нас может? Этот, у нас троянский потанчит несколько боссов. Да. Mm-hmm. А с бета-тестером они урона дадут, как это. Как 2 ДД? Ну. Петю кикнул. Да, так он же кушать пошел, сказал, да нет. Ну, блин, сказал быстро, сейчас торопиться будет, блин, а его кикнул. Ну, хотите, я вам место свое уступлю? Да нет, просто, ну, Петя не обижался. В чем же Петя? Надо камень поставить. Ты прилетишь. USB Тикок, пизда мне нахуй. Два хила в коконе. У нас паладин танчит, ему не надо хил. Да? Ну так рейдить надо. Лео еще идет. Подкаст стан, пожалуйста. Удачи. Херово идет. А паука да фокус. Этих уродов бесит вообще, когда. Так перла на страже, тут сразу два. Выпади, пожалуйста, пушка с глядого ребра. Хил. Так.
Я эту трубу хочу себе. Очень хочу. Я тоже когда-то хотел, но теперь не. Тут, наверное, на трубу-то кроме тебя некому больше. Лок только. Вы, кстати, краш-тесту бы она еще тоже зашла. А у краш-теста она есть. А, есть? У него раньше три пухи. Сейчас нормально. Ой, ты какую джеку кидаешь? Красную, синюю? Желтую. Ну ты синюю кидаешь. Если что, на ретри король. В голове вчерашний. Ребят, рыба. Только масло есть? Масло. А, масло сошли. Да, похуй. Аптеку. Да нет. Давайте идем хорошо, быстренько по фаске. Фаски тоже есть? Да. Саша, есть масло в ипотеку? Ну, на последних. Должен быть. Да ладно, забей. Не парь. Вчера угостили добрые люди маслом. Кого? А, тебя? Угу. Так, ковчена готовность, Крафч. Ребята. БТ-тестеру кулак дать? Краш-тестер не подверяет. Кто там надо бафы, чувак? Чат хоть напиши. Краш-тестер. Тин-тин-тин-тин. Сейчас, погоди, интерфейс релог, но забагался. Готов. Ладно, ждем. Скажешь, зайдешь. Ага. Я тотем на ману ставлю, так что это... Лаки, давай. Салатов, типа, вот. Все же, готово. Все, готов. Ой, конечно. Что-то это, промазал. Все стоим в звезде, ребят. А вот я звезду. Звезданулся. Ну, зазвездился. Ошибу. Разбежались. А зачем? Вихрь. Где? Да что-то ты это, Жень. Вот сейчас вихрь. ДБМ показывал, что вот полторы секунды. В огне не бегать, пожалуйста. Сейчас бежали с Гердом. Гера на последних 20%. Да я же не знал, что вы дерзкий это. Так ты пати заряженный взял. Гера есть, никто не хочет шипы бить. Милики заклевывают ОЕшник. У нас что-то миликов-то это... один. Войт, если чё, говори, когда тебе надо будет это. У тебя три милика, ну... Чё надо будет? Ну-ка! Ооо! Зубы, блин. Зубы, если тебе кидать надо будет, говори. Блин, три не оставьте, пацаны. Да, забирайте. Шмот, ребята, не дисьте, пожалуйста. Я так не играю. Так ты нить, если тебе надо, отдашь, если кому нужнее будет. О, сюда. Цег. Ну, неплохая на первое время трения. Да, хорошая. Ну, утешение бы у тебя, ой-ой-ой. Да, справа вестника. Я вчера забрал в бугов утешение. Красава.
Я второе утешение себе очень долго выбить не мог. А чё, два надо? Мы можем два носить, героические, обычно. Они классно два работают. Я себе на этот, на заломан, если что, чтобы было. Взял. Так, ребят, пока будет это, Сань, похилишь там трэш после Саурфа, я слетаю, четвертую Т9 возьму. А, да не вопрос, не вопрос. Все, нашли? Да. Да, да. Сначала второй. Я тебе хотел. Если принеси меня в жертву, блядь. Вы на ликвиде тупо. Я тебе хотел сказать, чтобы ты не торопился, ты уже утрясти. Вот буквально, вот 3 секунды. И кого взяли? Бета-тестера. Они с Трояночем же связка. Гузда гусарочка. Две серьги получилось, что просто. Все в куче стоим, череп выносим. Ты видал, как он к нему ласково и нежно в этом дискорде обращается? Мне острова еще не завозили? Нет. Еще рановато. Хер знает. В чем прикол гадюки? Нагадит. Кружка-то понятно, разливается. Гадюка не круг. Там что-то какой-то урон пролетает. Разливает. Гадюка также разливается. Да? Так, что, все бафы на всех есть? Да, ребята. Поехали. Давайте все в босса. А трэш? Ну трэш скажу. РДД трэш бьет милики, это не... Может наоборот? РДД трэш бьет? Давайте трэш. Милики трэш, короче. В юбках первых убивайте. С топорами кливают аккуратно. Я пока мурал, он уже сдохли, сука. Ну да. Ну, на всякий случай, Тёма. А, тут контроль не берёшь, по-моему? Нет, не берёт. Должны до второго трэша, по идее, сломать. До трэша 30 секунд. Это ты Геру зря потратил, сейчас под Герой точно не успею. Да ладно. Сейчас откатится к сапфону. Интересно, на ману действует закутка, ну типа, или нет? Стражники 10 секунд. Успеем. Успеете перевести. Стражники выше. Конечно. Блин. Ну ладно, давай. Сейчас закрою. Трэш сначала убьем, давайте. Агро. Не помню, духи здесь есть? Есть, есть. Есть, но их можно игнорировать. Вы захилите, надеюсь? Конечно, захил. Кого, Вальку? Не меня. Ну типа следует срывать, чтобы не ебануло. Да, не переживай, там по вам урон вообще не проходит. Постоянно под щитами. Тут даже 25-ка ничего не дамажит, походу. Духи? Ну да, вроде как говорят. Дамажит, почти фул хп отрывает. Левая рука. Друиду отдавайте, он никому. А, ну. Если кому-то надо, я за ниду, если кому-то надо, я дам. Чё, да, соло хила на кораблях? Как? Да, там можно и хилить. Чё, вы, подожди, все тут без разницы. Побежали. ДДшек и так хватит.
Как побежали? Я не сел. Ну да. Беги, значит. Да. Пробегай дальше, уводи туда. Вот. У меня комбат висит. На лифте надо ехать. А просто здесь уже запулили. Ребут. Не-не-не, Бадик, не туда. Сейчас, Бадик. Сейчас. Да все, стой. Бадик. Там в начале трэш, что она бить надо будет. Сейчас проверим. Не надо. Да, вначале раз. Надо бой повесить. Надо разворачивать. Но у меня нет, у меня наоборот. Нету боя. Нету боя. Есть. Есть. Пошли его. Все равно надо всем бой скидывать. Какие, вот этих? Или тех? Нет, скорее всего, тех. Да, давай, но... для рэпа этих и тех. Не, этих да. Не надо. Тех дальних. А Джипси, где? Я сюда пришел к тому. Вернись к тану. Давай, прикольно, давай, там знамя делай. Побежало за мной. А что-то они за них даже репу не дают. Почему? А, нет, реально дают. Так это же альянсовские челики, как тебе за них репу будут давать? Все, спал? Нет. Нет. Ну, последний. Смотрите. А если вообще похуй, он просто плывет. Просто поплыл, пацан. Все, бой спал. Спал. Так, ну что, как обычно, да? Да. Да. Я на своем держу. Так, кто в пушке? Я. Ну, хил какой-то один, или если нас двое. И еще какой-то такой джипси. Джипси пускай садится. Рамки. Что, Сань, ты или я в пушку? А где брать? Ну, это? Как хочешь. Вот здесь вот. Давай, я постреляю. Чё, по пушке, да? Я постреляю, Хорошо. Ну-ка, давай по старинке попробуем. Чё, все взяли? Раз, подожди. Взяли, нет? Да, но не знаю, чек сделай. О, я наверху, как обычно, очень легко. Где одели? Проверьте, что одели. Ладно, вы, короче, там, а я, как обычно, в 25-ке сяду вверху на дирижабле и буду сидеть, смотреть на вас. Ля ты крейсер. Да я всегда так делал. Хомяк, хомяк. Если я не помню, раньше ходил на кораблях, всегда наверху сяду, пойду покурю. Ай, блин. Еще на вальке в центр босса забегал, чтобы никто не видел, да? Попробуй кулаки бафнуть. Не, ну это Рома, кулак пушкам попробуй дать. Кому? Пушкам. Окей. На X2 работало. Поехали. Ой, я чуть не умер. Нормально. Так, кулак пушкам. Ну, 10 минут нет. Точнее, как работает. Ха. Кто это у нас трэш? Рейн на первом корабле трэш. Тот трэш. Рейна. Да я на нашем корабле буду убивать. Так а чё меня бьет? Ты им больше нравишься. Вкусно. Колдун, ребят, ну, урон больше, короче, с пушек урон больше с кулаками. Килл прилетел. Чё? Я так достаю. Улетаем или ждем? Ждем. Бейте дальше. То до конца, наверное, ничего.
Бля, рестарт. 25 минут еще, да, долго. Успеем выехать. Улетайте сейчас. Че там стаков дохуяку? Нет, 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 еще погоди, это. Вы же убейте ману. А, убили. Улетайте. Нормально, сейчас похиливаем. Че? Да бля, бля. Браска, ебаный в рот. А че ты стоишь? Да я, блин, кушаю. На секунду садись, отвлекся. Садись, садись. Колдун. Корабль под обстрелом, а ты хаваешь. Следи за кораблем, чтобы мы не остались тут. Обязательно вас тыпышник. Одного выкинуло, да? А, корабль чист, прикиньте. Задоминировали, да? Кто убивать магу, летайте. Добиваем. А, не открывайте сундук, пожалуйста. Окей. Ну, надеемся на трубу. Да, она меня апнет хорошо. Ну чё, он умрёт, блин, ёбаный корабль. Раш. Ты заходишь, Рашка? Короля лечу! Да, захожу, все. Ну еще сорфанга точно успеем убить? Да успеем, и до квартала почистить. Не, не успеем. Сорфанга успеем убить? Еще не успеем. 20 минут есть. 20 минут, да вы че? Да, блин, точно не успеем. До сорфа идти еще, ты че, блин? Ну вагон еще, вагон, ё-моё. Давай, заходи. Нет, еще не открывали, ну. Вот так иди, вот так. Если ты не успеем. Просто портируйся. Зигзагом, да, еще. О, умирает. Он заходил, походу, там в трэш. Или упал. Так вообще можно бесконечно идти, нахуй. Он же вылетел на корабле, значит, упал. Да у меня вообще не прогрузилась игра, вообще зависла на загрузке. Ну, реалуйся в игру. Ты во время боя зашел. Ну. Релокнись просто в игру. Сейчас я бы мне на клиент закрыть сначала, пошел он завис колом. Пульта 4. Ну это как на этом, любой инст доходишь, походу. Можно пока почитать, точняк. Троян, спекайся пока в этого танка. Да тут-то в одного вроде здесь можно, здесь не надо, в одного здесь. Не сможет ни один ДД передамажить от хирурга. Да? Один парнем ДД... на 10 тысяч голды, бля, что мы его передамажим, бля. Я тебе не про то говорю. Я тебе говорю, что ДПС будет выше, если ты будешь в танке. Не ДПС выше, а урон будет быстрее по боссу проходить. Не ты знаю, не сможешь передамажить соло то, что он хилит. Убить вчера сможем. Одного танка убили, блядь, вы не понимаете, вы меня не слушаете, что ли? Один так нахуя, ДД не пере... нахуя не... лишние манипуляции, если можно и так убить, блядь, без проблем? Потому что это правильно и быстрее будет. Ебать. Хоть от ДД дали. А я не могу там идти ДД? Убедите мозг, там разница убрать. В 20 секунд, блядь, 15 будет, нахуй. Чего вы ебетесь, блядь? Он еще же понерфенный будет. А дайте баф по ханту.
А держи, очень жалко. Не упала топа. Я 8 лямов, все. Обновите кулачочки. Железки. 7. Кулачочки, кулачочки. 8? Мы что, в РБК, что ли? Почему 8 лямов? Да ты посмотри. Но он же еще по нерфам там 15%. Или на 20%. Тебя в десятке нерфит-то. Десятку так, он как был, так и остался. А, да, я думал, во всем целка нерф. Не, нет. Че, Гера с пола будет? Да. Круто. Блин. 4300 СПД, я офигею. А у тебя вкачан этот, кстати? Так же, как и раньше. 3600 что-то. Ой-ой-ой, я забыл снять баф, извиняюсь. Ухтаньте. Ой, стой, дай открой. Нет. Рука везучая. Очень везучая. Вон дерево отдайте. Дерево, башка нужна? Да-да, заберу. А тебе нужна, что ли? Не нужна. Я тогда Т4 другое возьму просто. А двуручка кому-то надо? Нет, его знает. Нужен с этого, с ребра, по идее. Там кто-нибудь паладин пробегите, открыть. Целка ледяной короны. Так, Санёк, ну похилишь, я быстренько. Да. Да-да-да, иди. Бегите быстро, пока трэш чистит. На чём покуэст? Нужна пушка либо с вальки. Отлично. Отлично, чум. Изи. А чё, кто хотел двух? Чтобы болезни не потерять, это уйдем кровь сначала. Мы сейчас трэш чистим до этого. Я спрашивал дурочку, Ромк. А сколько времени до рестарта? 20 минут. Пойдем трэш здесь чистим, там почистим. Трэш зачистим. За 20 минут мы, наверное, успеем убить. Давай не будем рисковать. На площадь трэш почистите, там и на синдру сходить туда, в ту сторону трэш почистить.
15 минут как раз трэш чистим. Костик пришли. Вау, боешка, да? Чё, как делить будем? Кто по вам, видно. Чё, давайте кто-нибудь слетает, продаст, то потом поделим. Да Саня на масло отдайте. Да, масло копеечное. Да. Почему там на дорогие осколки есть по сотке, которые стоят? Ну, чё за... Они единственные, что трудно достать, по сути. Я предложу вначале, боешки просто один забирает, продает и делит весь на рейсер. Думаешь, это так быстро покупают? Нет, ну не быстро, но со временем. Лучше просто кто сролил, тот и этот дамка. Ну да, в принципе, можно так. Если продать на всех, это копейки получится, а кто сролит, там это... Если один, то ему радостно будет. Да не надо, Жень. Распилин на осколок. Она больше стоит, чем осколок. Это стоит 30 золотых. Да. Тогда можно их покупать на аукционе. Да я тебе про что и говорил. О! Это тоже дороже стоит. Эта хуйня стоит на осколке. Так, все, БОФ, ГБ идет. Мелко убивайте. Не знаю, я предлагаю БУЕшку отдать Сане, пусть продаст. Да нет, кто ролит, то ролит. Или в ГБ. Мнения разделились. Нет, для ГБ продать, чтобы в ГБ фласки. Ну раз вы не хотите, я сам продам. Зачем вы столько наагрили, ребят? Кого в фокусе? А. Лучше собаку, она стаки вешает. Тут, по-моему, мало стаков теперь вешается. Раньше-то она до 10 стаков. В смысле, мало? Она до того же будет стак. Ребят, все в куче встаньте. Как я вас буду хилить? Все в разных местах стоите. А где самолетики? Не пульте, я же сказал, я отойду, блядь, это 9. Саша, окей, я похилю. Вы начали там агрить по инстану. Я все озвучил. Все у нас. Она, видишь, она типа может убить. Просто надо все в одной куче, чтобы стояли, чтобы я хотя бы испить, у маленько хоть хп стал прохиливать вам всем. А Рома где? Вылетел походу. Хаоса. Ленточки нет. Ленточка с... Суманите, суманите, пожалуйста. А, точно, точно. Лока нету рядом. Да ебаный бро. Ого, как пока. Чё, кто у нас выиграл, то боешка? Кто у нас счастливчик у нас? И это, как всегда, Женёк. Он и так тут уже столько боешек вытащил. Всего 6. У меня 0. Хочешь поделиться? Хочу. Так делись. Я не знаю. Кольцо на танка, оно вообще в смысле, по идее, не должно вообще ничего стоить, оно говно. Для старта, для начала, понимаешь. Лок появился у вас? Для пуга ГС, в смысле, для этом левела. Ну, типа того.
Че, давайте next дальше. Просто в одной куче, если собака орет, и все в одной куче, встаньте. Пойдем будет собаку. Чтобы я исповедь кого-нибудь кастовал, и она хоть маленько всех поднимала. А то просто она еще раз кастанет, умирает. Это Рома диспель не пошла? А-а-а, нет. Ты? Рома. Интернет со светом. Там Войт может диспелить. Я понял. Войт не просто может, нахуй. Войт диспелит, ебать. Красава, чё? Войт тащит просто. Войт диспелит, потому что может. Не потому что тащит, да. Все, короче, просто стоим под собакой и все. Не, Войт тащит. Я вот тоже могу диспелить, но это... Ну, что-то не хочу, да? Но я не тащу. Да, скажем дружно, нахуй нужно, да? Да. А ты за паладина, когда играл, диспелил? Конечно. Тут вообще диспелил, ебать. Только в инсту летал, уже нахуй все диспелил, ебать. Я придерживался такой тактики, понял? Пока не говорят, это я не делаю. Утро. Я очень исполнительный в этом плане был, понял? Надо, а потом надо, как захуесосят, так сразу начинаешь делать, да? Если надо, то надо. Ну куда, кто я такой, чтобы там, против Релла идти, понял? Он же не говорит. И чтобы вы понимали, мне на Синдре один раз ГП дали за то, что я... Ну, у нас человек заслакал, надо было в метку... Пойдемте, ребят, назад. А человек заслакал и вынес в мою метку. Я вообще в сторону унес, и мне ГП... Тестер, давай портал. Ром этого, сумоним дерево. Вот такой у нас был РЛ. Суровый. Никчемный. Поэтому запалов не играю больше. Лок, шифанер. Лок, АФК. В смысле, вот бегая. Так, мне надо маленько отойти тоже. Началось. Давай после ребута отойдешь. 3 минуты буквально осталось. 8 минут осталось. Почисти 8. Чуть-чуть и отходи. Да ладно, отойдешь, пофигу. Ему если не надо, трэш-то чё? Роман же не умеет телепортироваться, да? Если Роман здесь. Роман. Все, Женя, я за тобой привязался. А, волка не превращайся. В инсте нельзя. Че, топор надо или че, кидай обмен? Давай. Ненавижу этот трэш из-за того, что его диспелить надо. Да просто рослого убить в первую очередь. Да нет, тут все стакают. На всех. Так, я в сапе. Тактика всех бить.
Не повезло тебе в Раск. Почему не попал? Повезло наоборот. Че, может, вернем, откатится как раз. Не на. А, ну да, в принципе. Да ебаный сап, второй раз подряд. Варлок же на 3-3-5, это постоянно камни сосать, всю хуйню вот эту. Всю жизнь сосать, Рома. Нет, вопрос, варлок. Нравится ли тебе сосать? Вопрос в другом. Варлоки ебут. Вау. Блин. Куда Троян делся? Почему даже в ПВЕ же в детстве ходят все сейчас? Не? Там какая разница, там все равно камни нужны. Шкаф, огурцы, пет. А там же символ, по-моему, какой-то есть, не? И сумка увеличена. Они сделали так, что сейчас без сумки можно 50 камней достать. Че, короче, потом идем туда, к эти, и пока там еще 3 минуты остался. Да можно тут остаться и принцов убить его в ворота. Ну да. Чтоб не бегать уже. Давай уже. А мы за 3 минуты не успеем их убить? Нет. Ну. Если успеем, то вот можем проебать, понимаешь? Нет, принцов бить не будем. Ладно. Сразу в лану. Потом сразу на лану, нахуй, она самая простая здесь из всех оставшихся. Хотя 3 минуты можно еще и у Вальки чуть почистить. Я буду держать это? Нет, там... Не добежим. Там понимаешь, что после рестарта весь трэш реснется, если мы вдруг не дочистим его. Все не убьем прошу. Это. Курить. Давайте все, ребят, курим. Я Келесета буду держать? Не, да. Ну да. Ок. Я пойду.